Две, наверное, да? Подготовка самолетов одна Минута. Блять, вот... Ты пока долетел, у тебя уже вторая готова. Я же говорю, три авианосца. Ну там да, не очень секунд, хороший штурм. Ой, блядь. У тебя заградка. Это тоже какой-то новенький, да, кораблик будет? Да, да. Гибрид немецкий. С немецким ПМК. Они на том фланге, слава богу. Да, отлично. По центру они, слава богу. Я в пеленге уже. Сука, к нам летит. Угу. Талия ТРЛС-кой кроет, блядь. Готов. Хожу. За свете я, блядь. Шимка, вот он. Шимка, 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 шимка. Да хули шимка, блядь. Мои торпедки в кого-то зашли. Угу. Так мы на мины наехали, блядь. Да, ну, мы выйдем еще 13 секунд. А чё эти новые... О, ебать, вот это выехали мы, блядь. А чё эти новые авианосцы, они могут... Сука, блядь. Угу, моя торпедка у кого-то попала. Что ты там спрашивал? Да, эти новые самолеты, или там кто это скинул-то? Это Тайха. А. Хера нас светят, блядь. Ебать, ебать, ребята, ребята. Ебанутая игра стала, блядь, вообще нахуй. Чё же нам лохам-то делать, блядь? Тогда точки отменяйте, что ли, блядь. Ну как, ну других вариантов я не вижу, блядь. Странная фигня, блядь, творится в этом мире, блядь. Не-не-не-не, назад не надо, назад не надо. Все, теперь можешь. Ух, ебать. Он еще и твои торпеды съедает. Там уже не осталось ничего. Все, готов. Блин, ну и что делать? Тольятти, вот она. Ну, вообще Тольятти, я вот вообще не знаю, что делать. Шимка где-то как говно в проруби болтается. Вот как быть, как вообще воевать, блядь. Сейчас только обойдешь, блядь, спрячешься от Тольятти, блядь, да что ж такое, блядь. Кошмары всякие носятся, блядь. Сейчас будет РЛС-ка. По-другому никак не должно. Блин, надо поработать по этому эсминцу. Супер. Ну как поработать? Я за скалой, блядь.
От РЛС-ки ухожу, можно сказать, блядь. Она, кстати, хорошо на твоей торпеде идет, блядь. Одна. Жаль. Блядь, серьезно, Андрюх? Выбитые рули, двигатель, пожар. Понял. Тольятти и этот новый. И плюс еще минное поле. Доел я его, блядь, тварь эту, блядь. Да, это было хорошо. Но я правее твоих пустил, поэтому был шанс. А их оба, там да. Два, блядь. Это кто летит к нам? Это я стреляю. Это Тайха летит. О, шикарно. Да берет он, интересно. В артиллерии я вообще красавчик, блядь. Как снялся. Нет, он уходит, не добирает его. Может быть, не попал. Сейчас, сука, форсаж даст и уйдет, блядь. Он вот меня видит. Вот Тайха летит. Ну не вот ты зря залетаешь. Вон он. Почему зря, блядь? Он решил не выходить, в принципе, правильное решение. Ух! Ух! Ой, все еще летят. Сам уже 4000 разобрал. Хорошая лодка это, которая, блядь, вот здесь вот еще был бы габ, блядь, ей бы цены бы не было, блядь. Хотя бы трехкилометровый, блядь. Обойди их, кошмарчик, блядь, и в жопу вот этого напихай последним двоим, которые там... А, есть. Да там Тайха стоит. Вот он, красавчик. Красавчик. Он поехал, по-моему. Он поехал, да? Это с минутной перезарядкой, он должен всем в жопу напихать торпед, блядь, мешок. Смотрите, где наши линкоры стоят, блядь. Было бы куда отступить, они бы еще отступили, блядь. Я про Союза, про Тендера, блядь, Тундерера, блядь. Ну как там подводная лодка вот оказалась? Вот это, блядь, секретно. Подводник от кого-то убегает. У него же 14-километровые торпеды. Вот он, блядь, и хуячит с 14 километров, чтобы не засветиться. Ни РЛС, ничем. Ни Мон Холланд. Гонит его. А их подводник где Агая? Ну вон он. Те короткие, да, торпеды? 12. И он уходит от них. И некому стрелять, да? Угу. Ну этот ларинген, он в тех ларингенов стреляет. Да не сможешь ты зайти, ну не сможешь. Не, проиграем мы здесь. И стрелять тут некому. Сам стреляй. С фугасами. М? Я с фугасами? Да ну, с моей перезарядкой бросьте.
Это лучше, чем торпеды в никуда. Блять, курьер. Ой, блять, как же, сука, они вовремя приезжают. Ну да, похоже на то. Так, все, значит, я быстренько. Да, играть против 4 авианосцев, блять, мало веселого, блять. Спасибо тебе, блядь, дорогая Леста, за такую хуйню, что даешь смешивать такие корабли, блять. Позволяешь им играть отрядами, блядь. Дай бог вам здоровья, разработчики. Вот дай бог, реально. У меня больше сказать нечего, блядь. А мы здесь как пидоры, блядь, вот их. Как подопытные, сука, кролики. Прости, господи, блядь. Да, дай бог вам есть здоровья, блядь. Пойдем дальше. Пошли.